Лес Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Общее. Христианство и язычество. Тезис. Христианство и язычество выполняли важную для общества функцию развития и распространения культуры. Обоснование. Первое. Язычество способствовало развитию духовной культуры. Например, в восточнославянском языческом фольклоре есть миф о противостоянии скотьего бога Велеса и бога грома Перуна и победе Перуна в этой борьбе. Христианство тоже способствовало развитию духовной культуры. Например, благодаря христианству восточные славяне познакомились с Библией, восприняли идеи любви и всепрощения, Нагорную проповедь Иисуса Христа и так далее. Второе. Язычество способствовало развитию материальной культуры, в частности, скульптуры. Например, в ходе языческой реформы 980 года князь Владимир поставил деревянный идол Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Христианство тоже способствовало развитию материальной культуры, в частности, зодчества. Например, после крещения Руси к восточным славянам из Византии пришел крестово-купольный стиль в архитектуре. Ярким примером крестово-купольного стиля был храм Святой Софии в Киеве, построен в 1037-41 годах. Проходите по ссылке, покупайте книгу.